Какой же спектрометр без домика? Чтобы его построить, отправляемся в мастерскую. Так, его мы трогать не будем. Он большой, страшный и занят починкой роутера. А вот это наша тема. Замечательно. Это будет внешний корпус. 30 на 21. Идеально. Осталось вварить донышко, приделать ручки, подровнять верхний край, почистить, покрасить. А это будет оправка для навивки свинцовой ленты. Поехали. Отлично, уже становится на что-то похожее. Получилась такая симпатичная кастрюлька. Весом почти 11 килограмм. Сделал подставку из резины, чтобы она не продавила пол. Что же мы в ней будем варить? Начинка уже едет. Об этом поговорим в следующей серии.